Около 500 операций, 7 из которых высокотехнологичные, были успешно проведены в городской клинической больнице номер 3 Махачкалы. Клиника открылась в начале года и уже успела зарекомендовать себя как медучреждение, способное оказать высококвалифицированную помощь пациентам. В больнице широко практикуется использование методов малоинвазивной хирургии, позволяющей проводить операции без разрезов при помощи нескольких проколов. Здесь работают квалифицированные специалисты, хорошо знающие свою работу. Мы располагаем 3 операционными залами. Эти операционные залы, они оборудованы высокотехнологичной аппаратурой, которая позволяет нам выполнять малоинвазивные вмешательства, входящие в перечень, как я уже обозначил, ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи. Помимо этого, у нас имеется связь с ведущими специалистами города Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. В скором будущем мы не будем отправлять уже наших пациентов за пределы республики, сможем оказывать практически большую часть медицинской высокотехнологичной помощи у нас в республике. Для этого, конечно, нам нужна поддержка как со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования, регионального фонда, в том числе также и Министерства здравоохранения. Стоит отметить, что во всех отделениях созданы необходимые условия для лечения и отдыха пациентов. Больница располагает 150 стационарными койками. Предусмотрены также VIP-палаты повышенного комфорта. У медучреждения большие перспективы и планы на будущее. Это и внедрение инновационных медицинских технологий, и работа с ведущими специалистами России и Европы.